Здравствуйте! Понятно, что каждый город хочет иметь свою именную песню, свою музыкальную визитную карточку. У Москвы таковых, что зубцов на Кремлевской стене. У Ленинграда, Петербурга больше, чем домов на Невском. Счастлив Нижний, над городом Горьким, где ясные зорьки. Знаменита Вологда со своим резным палисадом. Удостоен песенки и город Бологое, и Нарьян-Мар, который невелик и немал. И у Иваново, нашей ситцевой столицы, есть своя собственная песня. А славит город ни много ни мало Андрей Миронов. Ты так же грязно, как дождь проливной. Всегда стороной, но чем мы не пара, подумай сама, обрадуй хоть словом, хоть строчкой письма. О любви все твержу тебе заново, но когда зря твердить надоест, так и знай, я уеду в Иваново, а Иваново город невест. Звоню тебе часто, но отклика нет. Комар телефонный пищит мне в ответ. Оно чем мне пара, ведь сердце поет. От песни до песни один перелет. О любви все твержу тебе заново, но когда зря твердить надоест, так и знай, я уеду Иваново, а Иваново город невест. Не дарит мне почта приветов твоих, по этой причине пишу за двоих. Оно чем мне пара, подумай сама, обрадуй хоть словом, хоть строчкой письма. О любви все твержу тебе заново, но когда зря твердить надоест, так и знай, я уеду в Иваново, о, Иваново, а Иваново город невест. Все твержу тебе заново, но когда зря твердить надоест, так и знай, я уеду в Иваново, потому что Иваново у нас в Российской Федерации. А Иваново город невест. Чудесный дуэт. Михаил Матусовский и Вениамин Баснер. Устанешь пальцы загибать, чтобы подсчитать, сколько песенных шедевров они создали. У Евгения Евтушенко есть строки. Таланты русские, откуда вы беретесь? Оттуда, где весной, припав к березе, еще не зная этому цены, пьют сок земли российской пацаны. Вот из таких пацанов замечательный тенор Геннадий Белов. Лишь только подснежник
распустится в срок, лишь только приблизятся первые грозы на белых стволах. Я брел наугад по весенним протокам, и Родина щедро поила меня березовым соком, березовым соком. Священную память храня во всем, помним холмы, проселки родные, мы трудную службу сегодня несем. Вдали от России, вдали от России, где эти туманы родной стороны, где ветви берез, что под тяжестью гнутся, сюда мы с тобой непременно должны однажды вернуться, однажды вернуться. Отчизна, просторы свои, заветные чащи, открой ненароком, и так же, как в детстве, меня напои березовым соком, березовым соком, и так же, как в детстве. Березовым соком, березовым соком. Театр одного танцора. Это о Махмуде Эсамбаеве. Великолепный Махмуд продумывал свой очередной образ, полуфантастический, полуреальный, в мельчайших деталях. Все от перышка в головном уборе до завязки на обуви должно было соответствовать единому замыслу номера. Посмотрите, какая постановка головы, пластичные руки, уникальная гибкость тела у подлинного короля танца. Thank you.
Авторская песня – мировое культурное явление. Россия – не исключение. У нас она появилась в 20 веке, развивается и по сей день. Вероника Долина – не совсем бард. Она в первую очередь поющий поэт. Сегодня вы увидите уникальный номер. Совсем молодая Вероника в гостях у маститой программы «Театральные встречи». Последняя песня. Именно так ответственно и строго автор подходит к слову. Не боюсь ни беды, ни покоя, ни тоскливого зимнего дня. Но меня посетило такое, что всерьез испугало меня. Я проснулась от этого крика, но покойно дышала семья. Вероника, кричат, Вероника, я последняя песня твоя. Что ты хочешь, я тихо сказала, видишь, муж мой уснул и дитя. Я сама на работе устала, кто ты есть, говори, не шутя. Но ни блика, ни светлого лика, и вокруг темноты полынья. Вероника зовут, и Вероника, я последняя песня твоя. Что ж ты кружишь ночною совою, разве ты надо мною судья? Я осталась самою собою, слышишь, глупая песня моя. Я немного сутулюсь от груза, но о жизни иной не скорблю. О, моя одичавшая муза, я любила тебя и люблю. Но ничто не возникло из мрака, и за светом пошла я к окну. А во тьме заворчала собака, я мешала собачьему сыну, и в меня совершенство проникло, и погладила тихо плечом. Вероника, шепча, Вероника, я побуду с тобой еще. Вероника, шепча, Вероника, я побуду с тобою еще. «Танцы народов мира» – так называется целый спектакль, который идет в программе Государственного академического ансамбля народного танца, теперь уже имени своего основателя, балетмейстера Игоря Александровича Моисеева. Ансамблевцы – украшение любого праздничного концерта. И нашего, что приятно. Сегодня вы увидите популярный украинский гопак. Фирменным движением танца является шпагат в прыжке, так называемая разножка. С каким мастерством и профессионализмом сделано? Музыка.
мастер Геннадий Викторович Хазанов сотрудничал со многими авторами. Жадный до смешного слова, уверенный в себе, артист своим талантом заслужил право быть любимцем публики. На бескрайних полях эстрадной литературы он отыскивал самые лучшие тексты, например, эту, ставшую уже классикой, миниатюру Семена Альтова «Радиоприемник». Как же хорошо сыграно! В начале этого года я купил новый радиоприемник. Хорошо внешне оформленный, просто, можно сказать, красивый. Но у меня такое впечатление, что сделали его в конце месяца. Что-то в нем все время щелкает, ёкает. В общем, что самое главное, приемник этот без посторонней помощи с одной станции переходит на другую. В общем, я хочу сегодня показать вам, как он работает и какие передачи в связи с этим я по нему слушаю. Московское время, 12 часов 15 минут. На волне маяка новости науки и техники. Сегодня мы приглашаем к радиоприемникам... Самых маленьких. Дружок, послушай сказку про красную шапочку. Испекла однажды мама красной шапочки вкусные пирожки, которые выдерживают давление до 50 атмосфер. Ими можно забивать сваи, дробить горные породы и руду. Опытная установка была доставлена в Москву, где ее по достоинству оценил серый волк. Облизнулся он, щелкнул зубами и сказал: мы с вами находимся в механосборочном цеху. Перед нами главный инженер завода Василий Петрович Красная Шапочка. Иду я к бабушке, а в корзинке у меня два новых прокатных стана. Они повышают производительность труда на 10%. Но чтобы они работали еще лучше, надо дернуть за веревочку. Тогда волк помчался по самой короткой дороге, а красная шапочка пошла по тропинке, собирая ягоды и напевая веселую песенку о хищении государственного имущества. Мы подключили сигнализацию, и теперь достаточно нажать на кнопку, и нет бабушки. Улегся волк в постель, бабушку переваривает и ждет, когда придет работник уголовного розыска. Невольно хочется задать представителю управления вопрос. Отчего у тебя такие большие уши? Они мне помогают выпускать только отличную продукцию. С этими словами волк набросился на красную шапочку и проглотил ее. Это большой успех всего коллектива. На общем собрании волк упал замертво, и охотники вытащили из его живота бабушку и красную шапочку, а также всех журналистов, подготовивших эту передачу. Поэт Сергей Островой, композитор Аркадий Островский и царица эстрады, певица Эдита Пьеха, с произведением, которое стало чуть ли не гимном песни. Песня остается с человеком. Какая редкая запись, раритет. Ночью звезды вдаль плывут по синим рекам. Утром звезды гаснут без следа. Только песня остается с человеком. Песня верный друг твой навсегда. Через годы, через расстояния, на любой дороге в стороне любой, песня ты не скажешь до свидания, песня не прощается с тобой. Наши песни носим в сердце с колыбели, с песней всюду вместе мы идем. Сколько песен
тобой споем. Через годы, через расстояния, на любой дороге, в стороне любой, песня ты не скажешь до свидания, песня не прощается с тобой. Лютый холод, песня нас с тобой согреет. Жаркий полдень будет как вода. Тот, кто петь песни слушать не умеет, тот не будет счастлив никогда. Через годы, через расстояния, на любой дороге, в стороне любой, песня ты не скажешь до свидания, песня не прощается с тобой. Песня ты не скажешь до свидания, песня не прощается с тобой. Говорящие, танцующие, поющие артисты, наша гордость и радость. Я признаюсь вам в любви, каждый раз выходя на сцену. Надеюсь, что и вы, мои дорогие зрители, говорите обо мне иногда добрые слова. Ваш, искренне ваш конферансье Эдуард Эфиров.